встретить весну в чистом городе приятно каждому. Но новоуренгойцы пошли дальше и продемонстрировали чудеса самоорганизации. Как только на улице сошел снег, новоуренгойцы решили навести порядок по улице Захаренкова. Наталья, расскажите, пожалуйста, кто эти весенние герои, почему именно эта улица и как часто вы здесь наводите порядок? Кто эти инициативные люди? Это собачники, это владельцы собак, которые гуляют на этой полянке. Всю зиму мы здесь выгуливали своих питомцев. И как только сошел снег, мы решили навести здесь чистоту, чтобы нам было приятно гулять. И удивительно, но мы собрали 10 мешков мусора, отходов жизнедеятельности человека, но не собак. Поэтому для того, чтобы наши питомцы не пострадали, мы убрали все стекла, чтобы они не съели маски и пакеты, мы тоже все это дело убрали. Ну и, конечно же, жизнедеятельность собак мы тоже убрали за собой. Боль всех собачников – это отсутствие урн для фекалий. Просто, ну вот мы собрали, а куда это девать? Носить с собой как знамя, ну, так себе удовольствие. Самому приятно, когда чисто. Таков девиз жильцов микрорайона «Мирный». В длительные майские выходные они не скучали, а занимались уборкой своей территории. Не отстают и карачаевцы. Помимо грабель мусорных мешков, они захватили с собой на уборку кисти и краски, чтобы и заборы радовали глаз. К наведению порядка в городе подключаются и управляющие компании. Но как бы северяне ни старались, проблемные участки все же есть. Сейчас на всеобщем обозрении все продукты жизнедеятельности горожан, которые ранее стыдливо прятались под снегом. Быстро привести в порядок улицы и дворы города поможет генеральная уборка. Через 3 дня в городе будет дан старт общегородским субботникам. Сделать свой город чище может каждый. Алена Ядня, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».